Галина Геннадьевна, как я сказал, что я из ЖКХ, срочная эвакуация у нас. Сегодня у вас, наверное, праздник, у вас юбилей, тут говорят, да? Специально в честь вашего дня рождения, Галина Геннадьевна, правильно, да? Да. Специально в честь вашего дня рождения, вот такой, дорогие друзья, вам и родственники подготовили сюрприз. Встречайте его, пожалуйста. Самыми лучшими и самыми жаркими пожеланиями специально с самого холодного севера приехал вот такой вот начальник ЖКХ. Сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Самый добрый, самый очаровательный директор ЖКХ сегодня поздравляет вас. Нашу именинницу с самыми жаркими пожеланиями. Галина Геннадьевна, да, забирайте. Вот, все. Что, потанцевали, чайками, давайте. Чтобы они вам не мешали, пока вы не рассадите. Вот такой вот озорной медведь ее поздравит с днем рождения. Комната уставлена подарками и цветами. Обнимай, обнимай Мишу. Яркими открытками, короткими спонтанами. Здесь у меня бокалы на лице, поздравим шампанским. Это твой особый день. Пожеланиями. Первую любовь всегда носил.
всегда носи. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет на мою набеду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел, и от тебя все ждал письма, а друг сам рад, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног. Разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою набеду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме калина, тогда я никак все туда не найду. Фишка акробат. Да не похожих на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть. И наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, слышь, Галя, ты только жди. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою набеду. Живет, живет в этом доме калина, в этом доме калина живет, и все туда не дойду. Живет, живет в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Еще один музыкальный подарок, такой же белый, как такие же белые розы, как наш белый Мишка, с самыми лучшими пожеланиями специально на дне рождения Галины Геннадьевны, с самыми жаркими пожеланиями. Поддержим именинницу, давайте похлопаем. Поддержим, похлопаем, похлопаем. Я и так хочу тобе теплом, но белые розы у всех на глазах, я целовать и гладить готов. Гладить готов.
Больше. Пошли. Да, мы делаем на флешку. Мы там для себя не режем. Если вам надо будет, это 1000 рублей, потому что там обработка в сутки уходит. А мне его на что можно будет посмотреть? На телеграме. Телеграм можем скинуть. Мы для себя режем. Ну, сейчас он расскажет все. Если вам интересно, он все расскажет. Ну, что, еще не все. Да. Он все вам расскажет. Видишь, аккуратненько, аккуратненько. Озорник такой. Oh,
друзья! Именинница наша Галина Геннадьевна, с днем рождения вас всего вам самого лучшего! Теперь я могу сказать, что очистки не шутки, а шпичка! Ну что, мальчишки, девчонки, наш Мишка самый добрый, самый очаровательный. Быстренько можно на фоточку собраться с ним, только быстренько. Соберитесь все на фотографию с Мишкой. Мишки, Валерий!